Друзья, все мы хотим ответить на вопрос, что же такое любовь? Любовь — это, и продолжение фразы у каждого свое. Но эти люди точно знают, что будет дальше. Что было дальше? Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Диана. Я представляю компанию ООО «Самра». Мы занимаемся производством напитков и шоколада под брендом «Лавиз». Мы заключили 2 года назад договор с компанией имени Ким Холланд на производство нашей продукции. И сейчас можно полюбоваться. Это первая, не то чтобы в России, первая в мире продукция под этим брендом именно вот в таком виде. Очень вкусные напитки, повторяют вкусы уже всем известной жевательной резинки, очень яркая упаковка. Также у нас есть напитки мохито, это просто must-have любого теплого региона, и шоколадки. 14 видов, высококачественный шоколад, произведен в Польше на самой крупнейшей фабрике в этой стране, Лотте и Ведер, ей уже более 170 лет, она производит шоколад только для себя, но теперь и для нас. Очень вкусные, очень ароматные, качественные ингредиенты в каждой плитке. Стоит попробовать каждому, в том числе и вам. А я с вами абсолютно согласен. Вот нам, конечно же, стоит всей съемочной группе обязательно попробовать. Надеюсь, у нас сегодня это получится. Давайте с вами познакомимся, давайте расскажем, сколько времени вся эта великолепие уже находится на рынке. Здравствуйте, меня зовут Светлана, менеджер по маркетингу и рекламе. Если наши напитки уже год продаются, то шоколад — это эксклюзивный эксклюзив. Только вчера прибыла наша машина из Польши со свежайшим шоколадом, который уже завтра будет разъезжаться по России и ближнему зарубежью. Это наша гордость, потому что шоколад действительно очень качественный. Мы объездили много фабрик, прежде чем вышли на Ведель в Польше. И несмотря на трудности, которые сопровождают любую работу с иностранными компаниями, мы все-таки выбрали эту фабрику, потому что они отвечают за качество, да, и используют очень качественные ингредиенты. Так как я занималась непосредственно этим продуктом, я могу с уверенностью сказать, что разочарования не будет. То есть мало того, что вы покупаете очень красивую картинку и можете подарить детям, любимым, семье, вы еще и покупаете очень вкусный продукт. То есть мы не продаем просто ширму, мы продаем действительно качественный шоколад. Замечательно. И насколько я понял, мы с вами немножко за кадром пообщались. У нас сделано все на английском языке. Это все сделано не ради того, чтобы пустить пыль в глаза. Я так понимаю, что у вас наполеоновские планы. И не только наша прекрасная Россия-матушка скоро отведает весь ассортимент, но и западные страны тоже. Да, действительно, это так. Мы хотим распространить любовь не только в России. Весь мир ждет любви, и мы делаем все для того, чтобы нам было проще это осуществлять. Уже страны СНГ, ближнее зарубежье, им доступны наши продукты, они уже разъезжаются каждую неделю. Но на этом мы не останавливаемся. Европа, Америка, арабские страны, ждите нас. Добавить нечего, только хочется сказать, all you need is love. It's true.